Здравствуйте, дорогие мои, всем приветик! Вот посмотрите, у нас во дворе, и, наверное, уже у вас тоже, распускается сирень. Начинается сезон сирени. Так вот, дорогие мои, я хочу вам рассказать один секретик. Вы знаете, всегда у нас в сирени 4 лепесточка. 4 цветочек из 4 лепесточков. Но мы в детстве всегда искали сирень, у которой 5 лепесточков. Если мы находили такой цветочек, мы обязательно его срывали и кушали. Но прежде мы загадывали желание. И вы знаете, желание всегда сбывалось. Итак, давайте поищем. Так, 4... Читы, кукареку, кукареку. Это детки со мной здороваются так. И вот, дорогие мои, вот я нашла. Смотрите. Ой-ой-ой. Вот она. Ой, никак не сорву. Вот. Кукареку, кукареку. А, привет. Вот, смотрите. Какой, вот смотри, у меня 5 лепесточков. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. А зачем? Я загадаю желание сейчас. И это желание исполнится. Я хочу... Но вам не буду никому говорить, что я загадываю. Я загадываю. Так, загадываю. Все, загадала. Кушаю. И теперь у нас желание сбудется. Да, Давидик? До свидания, дорогие мои. Скажи, до свидания, и мои. Я хочу вам сказать подсказочку. На персидской сирене не будет цветочка с 5 листиками, а вот именно на обыкновенной. Такой вот... не бордовой, не белой, а вот такая нежно-сиреневого цвета. Итак, я уже загадала 2 желания. И оказывается, тут еще есть по 6 лепестков. Дорогие мои, посмотрите. Вот, я уже 3 желания загадала. Вот у меня еще один. Смотрите, смотрите. Вот, 5 лепесточков. Сейчас я его сорву и загадаю последнее желание. Дорогие мои, кто-то скажет из вас, что это все чепуха, что это все суеверие. Но в детстве мы всегда верили. И всегда, когда у нас в руках оказывался букет сирени, мы всегда искали цветочек с 5 лепесточками. Цветик, цветик, семицветик. Итак, дорогие мои, давайте вспомним детство. Может быть, у кого-то действительно исполнится самое заветное желание. Бегом! Ищем цветочек с 5 листочками. Пусть будутся все ваши желания. До свидания!